Так, четвертый день отдыха на Каспийском море. Мы отдыхаем недалеко от города Избербаш в Дагестане. Сегодня это видео посвящено тому, что, как вы знаете, это август, да, конец августа. В августе море здесь свойственно ему быть таким волнистым, много волн, но сегодня, именно конкретно сейчас, нам повезло, и я вам могу показать то, какое море бывает здесь в июле. Обычно в июле здесь всегда штиль, волн никаких нету, и вот сзади меня, видите, волн нету никаких, детвора вот там бегает моя. Полный штиль, чтобы ребенок, вот у меня дочки там справа она, да, 5 лет, чтобы ребенок зашел в воду, здесь достаточно сделать, в принципе, там 5-6 шагов, и все, ребенку будет уже по пояс. Для детей хорошее, удобное место. Вот, цены здесь абсолютно разные. Как вы знаете, мы, допустим, снимаем за 1500 рублей номер. Но это конец сезона, и это на всю нашу компанию, в принципе, это дешево. Вот. Ну а так в среднем рассчитывайте на 3000 рублей, где-то 2-3 тысячи рублей за ночь в каком-нибудь отеле. Причем уровень и класс отеля не зависит от цены. То есть можно за 3000 снять хороший номер и за 3000 снять ерунду. Поэтому вот так вот. Ну вот, такие вот дела. Честно говоря, детям-то нравится, а я уже что-то немного придурел от отдыха на море, не мое это, так сказать, а вот. Сейчас сделаю еще несколько видео на тему того. Да, Гаврюша, пойду сниму, насколько прозрачное море. Море здесь очень чистое. Ну все, до новых встреч.